Всем привет! Хочу с вами поделиться вот из старых таких дисков жигулевских. Сделал вот такую вот печь под окно, под дровишки. Сюда можно ставить сковородку, ставить, в общем-то, что хотите. Еще не испытывал, правда, но значит, что использовал. Два диска, видите, сваренные. Диск нижний перевернутый для большего объема. Видно или нет, жигулевская полуось прикручена болтами. Подложил гайки для того, чтобы хорошо прижималась. Перевернем, глянем. Вот с этой стороны выглядит вот так. Сварил подставку. Все элементарно, со швеллера. Долго не заморачивался, ничего не вымерял, не рассчитывал. Вот такое вот получилось. Давненько у меня уже вот есть такая сковорода, сделал из диска, дисковой бараны сельскохозяйственной техники. Кто знает, тот поймет, о чем я. Ну и вот как раз удобно это дело сюда устанавливать и жарить разные вкусности на этом деле. Потом я еще думаю, сделаю чуть по-другому. Мангал мой самодельный уже прогорел за много лет. Возьму, найду еще таких два диска по такому примерно варианту, но вырежу вот эту часть, и чтобы можно было ложить на угли шампура и жарить таким образом шашлык. Ну вот, немного доработал, приварил трубу, потому как подумал, что да, и наверное, так бы оно и было. Закрываю полностью, ставя сверху сковородку. Некуда будет идти выходить дыму. Поэтому провожу испытания. Думал внизу сварить как бы улавливатель для углей. Ну, смотрю, в общем-то, не сильно они разлетаются. Экономная. Смотрю, мало дров заложил. Вода уже практически закипает в сковороде. Ну, будем смотреть дальше. Еще, может, попробую дверцу сюда приварить. Но это уже посмотрим. Дальше пускай обгорят от краски диски. Потом займемся улучшайзингами. Ну и на этом пока все по плите. Если что-то придумаю новенькое, обязательно поделюсь. Комментируйте, пишите в комментариях, кто какие делал себе такие вот самодельные девайсы, так сказать. Подписывайтесь на мой канал. До следующих видео.